Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует спортивный магазин «Веловиво», который располагается в Киеве по адресу бульвар Перова, 24. Ваше внимание сегодня на обозрение предоставляется подростковый велосипед от немецкой компании «Bergamont». Модель называется «Relax 24 Girl». Это велосипед для девушек, для девочек, для маленьких и красивеньких, с ростом от 1,10 м, 1,20 м. Для первоклашек и второклашек. На таком велосипеде легко покататься придется 3-4 года без проблем каждому ребенку. Начинать учиться кататься на хорошем велосипеде – это тон хорошего поведения семьи. Велосипед комплектуется с колесами 24 дюйма, у которых покрышки идут полусликовые, с протектором, хорошо будет идти по асфальту и по пересеченной местности будет хорошо загребаться. Велосипедное переднее колесо имеет легкосъемный эксцентрик. Каждая девочка сможет этот велосипед снять, поставить легко, банально. Передняя втулка имеет сальники, что позволяет надежно эксплуатировать. Часто дети бросают велосипеды, грязь и все остальное для втулок не помеха. Вилка передняя идет с ходом небольшим, ну и детям не надо большой вилки. 70 мм это достаточно хороший ход. Вилка имеет регулировку, предлоуд, это возможность регулировать жесткость. Рулевая тут красивая, такая надежная, увесистая, пол интегрированный подшипниками. Рама имеет красивый цвет, как вы видите, очень приятный, на каждую девочку не угодить, но стандарт для девочек это класс. Ручки идут также приятного цвета и не скользит рука. RevoShift — это стандарт подростковых велосипедов. Система переключения 3/7. Тормозная система механическая, веб-брейки. Это легко и надежно при эксплуатации. Шатуны здесь от компании Santur с защитным пластиковым щитком. Система переключения компании Шимана, марка называется Турне. Соотношение зубьев на шатунах 22-32-42. Ну, стандарт горного велосипеда. Подводка верхняя к переключателю. Задний переключатель тоже хороший. На 7-рик 300-й Турне. Это нормально, без проблем будет работать. У женского велосипеда камера имеет автомобильный ниппель, легко накачивать, никаких проблем не будет родителям, которые имеют автомобили. Данный велосипед комплектуется пластиковыми педалями, они нормальные, надежные, ничего лишнего. Сидушка тоже удобная, комфортная, которая регулируется при помощи ключа, необходимыми ключами для того, чтобы поднимать и опускать. Данный велосипед легкий, надежный, каждая девочка будет кататься на нем во дворе, приятно и нравится будет. Если вас заинтересовал данный велосипед, обращайтесь в киевский велосипедный магазин «Веловиво». Если вас заинтересовало наше видео, подписывайтесь на канал в YouTube «Веловиво». Будут интересны еще видеоролики. Оставляйте отзывы. Люди, которые привели 100 покупателей, подписчиков и оставили хорошие отзывы, всегда будут иметь скидки. Всего хорошего!